Главное – не волноваться. Такие инструкции перед стартом своим подопечным давали педагоги на конкурсе «Безопасное колесо». Для юных инспекторов областной этап, который традиционно прошел в стенах Центра Ладога в Разметелево, это как госэкзамен – нервный и довольно напряженный. Надо помнить про безопасность, знать правила движения и всегда не расстраиваться, если даже проигрываешь. Как тут не расстраиваться, когда колеса у велосипедов такие большие, а расстояния между фишками такие маленькие. Но команда на то и есть команда, чтобы поддерживать своих. Главное – побольше уверенности. Не волноваться, не кричать на своих соперников, если они совершили ошибку. И верить в себя. Я не волнуюсь, потому что у меня очень все хорошо получается в школе, и здесь сейчас очень хорошо получается. Меня здесь все хвалят. На теоретических этапах не легче. 20 вопросов. Времени размышлять нет совсем. Все как в реальности. Надо быстро оценить ситуацию на дороге, пусть и нарисованной, и дать единственный точный ответ. Юные инспекторы все правила знают на отлично, но напряжение настолько велико, что абсолютно искренне удивляются собственному верному ответу. Каждый год в региональных этапах добавляются команды. Каких-то образовательных учреждений дополнительного образования, либо от каких-то школ, от районов, от муниципальных. Но практически каждый год мы видим, что у нас вливается новая команда. Это приятно осознавать. Сама за себя говорит статистика. За последние годы число дорожно-транспортных происшествий с участием детей значительно сократилось. Пусть не так, как хотелось бы, говорят взрослые инспекторы, но на велосипеды во дворах ребятишки садятся уже совсем с другим настроем. Не появляться в темное время суток на дорогах без этих значков. Защиту иметь, шлем, наколенники, наокотники, уметь кататься. Ребята, которые сегодня приехали в Центр Ладога, они не только сами знают правила дорожного движения, они и вовлекают в изучение этих правил своих сверстников, своих одноклассников. И это главный результат, вне зависимости от того, какая команда победит. В этом году лучше всех к областному этапу подготовились школьники из Волосовского, Волховского и Сланцевского районов. Теперь экспертное жюри выберет тех, кто поедет на российский конкурс в Москву.